К другим темам. Важная информация для тех, кто собирается взять кредит. Изменились правила расчета его полной стоимости. Это максимально возможная сумма расходов заемщика, без которых банк не выдаст кредит, либо выдаст, но на иных условиях. Цифра в кредитном договоре указана в правом верхнем углу и может значительно отличаться от установленной банком процентной ставки, на которую ориентируются при оформлении кредита. При этом для кредитных карт должен раскрываться диапазон полной стоимости. Минимальное значение, когда карта используется в безналичном формате, и максимальное при снятии наличных. Обе ставки будут рассчитаны, исходя из предположения, что заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в течение всего срока кредита. Это позволит человеку понять, какими могут быть его расходы при разных сценариях использования карты. Страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие дополнительные платежи больше не будут оставаться за скобками. Все это теперь войдет в полную стоимость кредита, которую теперь банки обязаны указывать на первой странице договора и на своих сайтах. Заемщики смогут сравнивать и более объективно оценивать предложение банковских услуг при принятии решения. Кроме того, кредиторы будут обязаны информировать об услугах, приобретаемых вместе с кредитом, и уведомлять о том, что отказаться от них можно теперь в течение 30 дней. Напоминаю, ранее на это отводилось 2 недели. Удлинение периода охлаждения должно снизить риск навязывания дополнительных услуг и расширить возможности клиента отказаться от них.